Добрый вечер. Сегодня пятница, и мы разыгрываем четвертый приз среди участников нашей акции «За улыбку». Уже почти месяц мы показываем видеоклипы из фотографий, которые вы прислали нам. Я убежден, что улыбающиеся лица – это настоящее украшение нашего эфира. Напоминаю, видеоклипы мы показываем в нашем эфире с 19 до 20 часов, 2-3 раза за вечер. Клипы выходят каждый день новые и не повторяются. По пятницам среди присланных фотографий мы разыгрываем приз – подарочный сертификат на 10 тысяч рублей. Ну а 26 марта среди всех участников акции будет разыгран главный приз – автомобиль. Хотите присоединиться к нашей акции и участвовать в розыгрыше? Читайте условия на сайте refey.ru. В прошлый раз мы разыграли третий подарочный сертификат, и достался он Анне Спиридоновой. И самое время узнать, кому же повезет сегодня. Вот здесь, в лототроне, у меня купоны с именами. Итак, вот этот вот четвертый по счету сертификат на покупку бытовой техники на 10 тысяч рублей получает барабанная дробь. Открываем, достаем. Раис Габдылович Азимбаев. Его номер телефона заканчивается на 86-68. Поздравляю вас! С вами свяжутся организаторы акции. Теперь все эти купоны отправляются дожидаться розыгрыша автомобиля. А в следующую пятницу мы разыграем сертификат среди следующих участников. Напоминаю, наша акция не является конкурсом. Мы не будем выбирать лучшую фотографию. Подарочные сертификаты и главный приз разыгрываются среди абсолютно всех участников, даже если вы не увидели свою фотографию в нашем эфире. Обо всех условиях акции «За улыбку» внимательно читайте на нашем сайте refey.ru. Всего доброго! Удачи!